Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении повешенным Эмиля Чечка по месту проживания в городе Минске. Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия. В настоящий момент проводится осмотр, фиксируется следовая картина, изымаются объекты, имеющие значение для следствия. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам Государственного комитета судебных экспертиз. Следственным комитетом рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти.